той базе фонарик был, я его поставил. Я тут прям базу вижу. Надо пробовать на низкой орбите, что ли, ее зафонаринить. А там нет, это не получится, там много вокруг. Да, кстати. Это же мы и штурмовали, я думал, не то. Надо левее, левее еще. Путаю раз. Педали. Ну вот это только зелененькие трассера остались. А у нее только вроде они и были. Нет, я там красные были, я посносил. Ну мы сейчас тут по округе зачистим тогда. Главное сейчас пушки зачистить, а тут в базах-то Defended Station зачищено. Вот это вот красное. Ленинган дрон. Ой, там дальний стреляет еще. А, так это задняя по мне тут гасит. Да. Это дрон вообще по мне тут стреляет. Совсем опуш, что ли? Эй, друган, ты чего? Совсем совесть потерял. Я думаю, кто по мне стреляет? Это дрон тут. Летает, подпукивает мне. Ладно, я пока эту поотвлекаю. Так, здесь что осталось? Пулеметы? Да, там пулеметы остались. Так, надо сейчас с той заняться. Займись пока пулеметом, полетели там. Вон вроде той. Все. Красная. Ой, там еще одна. Целая планетарная оборона, я вам скажу. Да, вот, смотри, как надо делать. Ставишь карты 100 метров, вообще нормально. Ну, ты представляешь, какие-то лаги будут вызывать? Да. Умри. Пушечка не дадита. Ага. Так, ладно, сейчас пулеметами займусь этими. Тут достали уже. Так, здесь чисто, да, Тендер? Ну да, вроде все. Так, дальше куда? Левее, правее, болеем. Я даже не знаю, с какой начинать, с правой, с левой. Ну я тут около одной кручусь. Сейчас закончу с ней. Та, которая стреляет и которая тебя огнем этим не пришпиндоривает по полной. Да, вот это мешается. Достала ты уже. Так, турельку убрал одно. Чем мне взорвали? Кто мне скажет, а? Так, все. Кажется, что-то там обвалилось. Я смотрю, название сместилось. О! Светомузыка, ура! Кстати, а что-то в темноте я смотрю как-то поудобнее вроде бы. Да, видно, откуда шмаляют. У вас там темнота, у меня есть светло. У меня уже светло, я на солнце пролетел. Выглядит, конечно, это все эпично, я тебе скажу. Ай, че я голову парю? Сейчас обстрел плазмы сделаю, да и нафиг. Благо плазмы у меня хватает. И тебя тоже. Эй, ты дрон, обалдел, что ли, от моей плазмы уворачиваться? Вот какой наглый дрон-то, вы только подумайте.
Так он, смотрите, какой хитрый. Он вдоль земли летел. Гадость чилийская. Цыц. Да, пулемет исчистить, да и все. Да, я так представляю, если одному играть, такую луну попробовать чуть зачистить. Это чокнуть. Так, и ты, мелкая гадость. Умирай давай. Вижу. Кто там еще гасит? Так, все, здесь закончили. Так, с этой точно все. Ага. Так, какую нам тут еще добить надо? О, гады, две ракетницы убрали. Ну, у меня тоже тут одну плазму вышибли. Ты показываешь, что 4 до сих пор. Ну да ладно. Такс. Взрывчатка у кого-нибудь с собой есть? У меня с собой есть. Че, давайте эти данжи тогда проверим, да и снесем их нафиг вообще. Давай. Подпилим их. Угу. Да, что с ними еще делать? Так, насколько я помню, здесь ядро, ядро, ядро. Так. Снесем ядро, сейчас, погоди, насколько я помню, оно здесь посередине. Надо будет вот так вот прицелиться. Если я правильно помню, вот сюда надо гасить. Смотри, я там дырку пропиливаю хоть. Да. Благо плазменных снарядов вроде хватит. Да, вон оно, кажется, или у него. Все это готово. Готово? Да. Можно идти, наверное, шагать. Мелко у них. Ну, если они не респанулись, правда. Мобы. В частности. Нет, нифига еще. Жучок тут выпал. Жучок. Слышь, я ядро-то не уничтожил. Нет, еще ядро целое. Где? А, это значит я один сам тут фигачил. Пушку. Я тут другую, значит, открыл. Видимо. Я думал, что кто-то помогает мне. Я обалдел. Ну никого рядом нет, но кто-то мне помогает. Слушайте, вы уверены, вам не надо к психологу? Так, два ядра нашел. Еще три ядра нашел. Так, Сандра, смотри за этой фигней. Давай. А, Ксандр, ты, кстати, чё крафтил ядра, как вышел в итоге? Рассказывай. Ну чё там? Слушай, да нифига, короче, всё, не глючит. Взорвал? Я по одному, по два и по пять, и по шесть. Нет еще блок. Так и нифига, короче, так они нормально крафтятся. Может, должно даваться 6, это просто глюк какой-то начальный. Может. Так, но я там... опять же, я потом 15, погоди, я там... У меня 16 сделалось. Центр-то пробил или нет вообще? Сейчас, погоди, посмотрю. Еще нет? Да ну нафиг. Еще немножко надо, ага, в центральную. Странно как-то. Это сейчас теперь все работает. Хотя, может, я кашу просто. Странненько.
Нифига, целёхонький еще центр. Что ж там такое не так? О, поперли алены на улицу. Что-то взорвалось. Ну и... Я хоть туда попадаю? Слушай, нет, повыше бери, повыше. Еще повыше. Но это слишком уже высоко. Да не, мне кажется, нормально. Слушай, там нифига нету. Нет ядра. Да, еще выше нужно было. Подожди. Может, оно ниже? Так, что, срезаю? А я не вижу вообще его. Здесь все земля, нет ниже его. Блэк, вышка. Оно, похоже, забрал. Выше где-то. Так, секундочку. Арина, говоришь, на улице уже? Блэк. Нет, стоят тут на входе прямо. Вроде всех загасил. Так, Блэк, скажи, срезать? Что? Если и почистил, туда срезай. Толку ты от нее. Current location, да. Интересно. Один остался целый, тут еще турельки. Давайте-ка я посмотрю, что здесь вообще такое творится. У меня бункер без молнии был такой. А, так тут надо выше брать, ядро немножко выше находится. Ну, я говорю, что выше, походу, внизу вообще нету. Ничего. Я просто не так стрелял. Видел по одному, стрелял по другому. А-а-а. Бывает. Ну, давай пробовать дальше. Главное, чтобы снарядов хватило. Блин, за своего бэтпака не вижу, куда стреляю. Ладно, буду так вести огонь. Ну все, побежали по луне, алены. Это плохо, кстати. Ага. Короче, дело было к ночи. Двумя пулеметами шибко тут не настреляешь. Выше благодарим. Еще выше. Вот, вот так вот. Угу. Повыше. Еще повыше. Готово, срезано. Угу. Иду к вам. Ну чё? Нет, еще это. Дальше надо еще. Главное, чтобы ракет хватило. А. Повыше, Блэк. Еще повыше немножко. Я сейчас точно снайперскими снарядами это снесу все. Блин, походу еще выше брать надо, нету этого ядра.
Где? В этой? Оно где-то в самой башенке. В башенке в самой? Да, чуть. Вот прямо как башня вот эта вот возвышается в основании, так скажем. Ага. Все, кажись, нет? Нет. Ковыряльщики, блин. Да, через верхнюю кабину, конечно, там вообще ни черта не видно. Подожди. Жду. Да повыше еще надо, наверное. Нам было проще бы уничтожить все респинки и голову не парить. Что там? Угу. Пока ничего. Все, да? Нет? Нет еще. Нету его. Ну руби еще дальше, попробуй. Да ёшкин ты матрёшкин. Может оно... Короче, спускаемся, убиваем всю непись и нафиг ищем ядро и респилки. Что-то мы как-то, скажу, с этим можно было... Что, помало? Шут... Да, все, снес ядро. Плазма делает свое дело. Да, плазма не плазма, все-таки мы слишком много времени потратили. Нам было проще ее штурмом взять. Ядра. Я два тоже подобрал. Здесь что? Ничего вкусного. Так, а пушка куда? На капитал. СВ. HV. Чего? СВ. Small Vessel Rocket Turrel. А, МСЛ СЛВ. Фу ты, блин. Так, есть ничего интересного за скузи? Возьмемся. Да. Уже посмотрели, что как. Генератор кислорода всем, наверное, нужен, да? У меня на самолете он есть. Что так, давайте. Сносим нафиг. Чтобы не путаться, что очищено, что не очищено. Ага. Правила сервера, последние новости. Где, кстати, новости? Сколько раз захожу туда, нет там новостей. Ну почему? Мне, чтобы написать там фракция, вход. Очистил луну у себя там. Не надо. Я серии выпускаю, во-первых, с задержкой, потому что это тактическая информация. Я же рассказывал, я в свое время Warcraft играл, нас постоянно там шпыняли, как детей. Мы не могли понять, в чем дело. Вот, ну-ка, даже ютубом занялся, посмотрел, кто нас шпынял и каким образом. Через слабые места. Ты знаешь, было очень неприятно. Ну, вроде все. Да. Да, дырка тут, конечно, проколупал знатную. Не, в темноте, кстати, сражаться мне более прет. Красиво.
Хотя бы не жалею, что видеокарточку купил теперь. Вот только ради этого можно. Правда, я не могу понять, попадаю или нет вообще куда-то, ну да ладно. Ага, вижу. Блин, а смотреть-то ее не так-то и просто. Да, единственное, что я понял, что... Ой, там еще мой что ли, данж стоит? Я вот что-то как-то не догнал. Да нет, не должен. Да умри ты, мелкая бекость. Так, ты где там, внизу что ли? Да я тут, где светошоу. Он тут везде. Так, ладно, сдам-ка я налево. Я что-то понять не могу, там если мои данжи, то это будет опасно. Блин, влетел. Ой, еще и поле желтое. Какая дальность на луне, я вот никак не могу понять. Полная, 1200 метров. Как и в космосе. Я тебя обрадовал. Ну так. Так, а где мы вообще были? Не знаю. Я же тебе говорю, эти вышки лучше сносить, эту фиг определишься, с какой стороны ты был. А, ну вижу, пустая точка. Тут срезаем, да. Ящики он валяет. Итак, так, может плазмой попробовать? Ой, кислород кончается. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а что за радиостейшн и ящик стоят? Не знаю, может уже почищено кем-нибудь. Ядро есть? Это просто площадка, ящики стоят. А, это может гражданская структура, они тоже есть здесь. Нет, радиостейшн написано. Вот, Defended Bunker я, кстати, вижу. Вот, лети ко мне, короче, тут Defended Bunker зачистим. Он в турели уже? Да. Да почищаем то, что без турели. Я срежу порнографию. Так, кутанг. Весь, то есть у танка кислорода нету. О, как все плохо-то. Хаваем. А, это такая же постройка, как та была. Где ядро, я помню примерно, сейчас быстренько ее спилю, надеюсь. Здесь тоже еще радиостейшн защищен. В турели без всего нашего. Его тоже почистим только что. Вот в этом поболее должно быть. Ну, в каком именно, я не понял. Так, тут поболее еще должно быть. Я тут тусуюсь. Так, сначала к тебе тогда запомнишь. Еще понимал, куда я стреляю конкретно. Ночью только по пушкам удобно стрелять. Алиновские пушки ночью сбиваются хорошо, когда они стреляют. Но игроков теперь. Че говоришь? Башня ядро, ну а я куда стреляю? Я вроде башню-то и стреляю. Правда, там пару ящиков сломается, но возьмем. Ничего. Фигня война.
прорвемся. Перезарядка. Дамс. Все. Потухло. Посмотрим, что здесь есть. Турелька. О, это другая какая-то. О! Такой я чистил. Хавчик. А в такой я еще не был, кстати. Заскози. Генераторка 2. Не, мне только Т3 нужны. Не, ну последний, который. У ящичков чё? А, нет, вроде такую видел уже. О, финтоксида 2 штучки, обалдеть, все. Ща улечу на Татуин, будут плясать как бабуин, блин. Тут еще 3 штучки лежат. Ты наверху уже по контейнерам прошелся? Там сверху я не знаю. Там... А там же нет сверху ничего. Разве? Да, далеко. Сразу вниз еще. Пойдем сейчас там я тебе покажу, который побольше. Размер там. Капитально побольше. Нет, вроде что-то наверху должно было. Там этажа как раз. Так, а ну-ка. Дрон запустись. Сейчас пролечусь. А, да, реально ничего нет. Ну что ж, стоило проверить. И на чем ты держишься? А, вот, кажется, нашел. Пока только лампочки выпадают. О! А, меня накрыло! Не в этом смысле, ну да ладно. Так. Пошли, покажу, который побольше размером. Надо свой корабль не забывать переименовать, хотя пока не буду. Смысла нету. Все равно поеду другой делать. Ну давай, веди. Блин, на ощупь практически придется лететь. Вообще нифига не видно. Ну, вон там вижу, что-то вдали. Блестит. Да, вот она. Да. Она еще с ядром и еще шмаляет. Пулеметом. Вроде. Я вроде убрал последний какой-то там был. И как интересно. Здесь я не был, да. Здесь, короче, смотри. Ядро сносили? Нет. Нет, я вот здесь советую вручную ядро, там очень хера ящиков. Да нет, без проблем. А вот то, что тут, конечно, взрывчатка сейчас придется работать, это как-то не камильфо. Да, ящиков я вижу много. Ой, там мобы еще. Угу. Да, сейчас пулеметами здесь аккуратно. Хотя бы дырку сделаю. Блин, просил же, не ставьте эти двери. А у меня идейка немножко поинтереснее появилась. Там ядро ровно посередине? Вот здесь не помню, честно. Он, наверное, тоже в башне, судя по всему. Я вот прям так не вижу его. Видимо, в шахте, да. Сейчас тоже попробую ковырять. Моб тут где-то ходил твой. Да и фиг ты с ним. Один моб — это не проблема. А, кстати, турели алинские на 90 градусов вверх могут стрелять.
Сейчас я, короче, посмотрю, где ядро. Своим старым козырным способом. В кавычках читерским немного. Так, где ты, ядрышко? Так, это перекрашенный блок просто. А нет, ядро не сверху, кстати. Нет, тут просто перекрашенный блок, тут ядра нету. Слушай, а может это с подвалом? А, слушай, может оно сбоку где-то в этих боковых? Здесь, Серега, здесь видно сделано было по моему прототипу, потому что я ловушки в основном ставил. Так, у меня джетпак включен. Взлететь-то хоть успею, если под перекрестный огонь попаду. Все, что ли, погасло? Нет. Нет. Что, оно будет погасло, если ядро вот здесь, я вот нашел его. Погасло вроде. Сейчас посмотрю, секундочку. Так, ну все, я тоже наконец-то. Бог стрелял. Ну, сейчас я тут взрывчатку поставлю, 5 штучек. Так, что у нас здесь? Гроунинг поды. Ресурсиков немножко. Что, все? Ядро должно было взорваться. Ау. Да, все, ядра нету. А, так тут оно залутано уже, кстати. Чего? Контейнера? Да. Контейнер это я с ним прошелся. Ну, на улице, которая. А че ж ты ядро не уничтожил? А нет, не снизу, здесь два красных контейнера залутаны уже. Тут по бокам еще, вот в этих опорных, тоже контейнеры должны стоять, и мобы там ходят. Воу, да, спасибо, мобов я уже увидел. Правда, тут один бедный он. Ну и куда ты пошел? Блин. Почему я сюда на мобов укажу пустой обои, мать? Не знаю. Еда. А, это ты здесь? Ну ладно. А, ну говорю, здесь. Так, резко. Так здесь все очищено было вот с этого, с другого края. Ага, там, где именно ядро. Там, где ядро. Вот я взорвал, там было все очищено. Но расположение ядра хорошее. Что я могу сказать? Ладненько. Наверх лазили на второй этаж? Я нет. А почему? Я пока подбежал. Ой, желтый контейнер. Так, один пустой. А, ну они тоже залутаны. Пустые.